Мы, трое граждан Абхазии, Иван Ачба, Асида Кортова и я, Джансу Хадлиба, объявили бессрочную акцию голодовки. Пока к нам никто не обращался, мы надеемся быть услышанными. Мы требуем от законодательной власти, от парламента, от депутатов, требуем принять стандартный закон. 185 стран мира цивилизованных приняли этот закон в стандартном виде. Вот мы сюда пришли именно с этой целью, дабы достучаться до депутатов, чтобы они приняли закон до выборов. Мы в едином мнении того, что этот закон нам необходим, нашей стране, нашей земле, дабы искоренить эту, может быть, не до конца искоренить, но хотя бы бороться, начать с коррупцией. Без законов, которые как-то влияют на жизнь, не как-то даже коренным образом меняют все положение в нашей республике, вообще приступать к какой-то другой работе я считаю бессмысленным. Мы не первый раз как бы обращаемся к нашим законодательным органам и к парламенту. Они принимали это решение, но закон в том виде, в каком они приняли, он нас никак не устраивает. И они это прекрасно об этом знают, мы это оговаривали. Мы обращались и на телевидение, чтобы нам предоставили прямой эфир, и хотели быть услышанными, но все время все оговаривается по-другому, все откладывается, а терпеть вот уже как бы не получалось. Поэтому мы приняли такое решение, пока это не самое кардинальное решение вообще, на которое человек может пойти, я так думаю. Это самая мирная акция, которую человек может провести, никому не мешая, никого не задевая.